Так, ребятки, сегодня у нас, блядь, 29 этого мая, блядь. Поймал на фидер ёршика, видите, какого, блядь. Там человек у нас вяжет что-то, сети. И вот здесь клюет что-то, блядь. Ах, тут нихуя нет. Смотри, червя бил. Ну ладно, хуй с ним. Главное, что я это, запечатлеть хотел. Так, типа... Фидер, блядь. Ёбаный фидер. Он на эти две удочки, что ли, ловил? Щук. Или у него спиннинг есть? А у тебя тройники есть? На тройничок можно, как в это, жерличку поставить. Или просто водилочку сделать. Не, скорее всего, надо веревочку привязать. Ты ее оторвал, выкинул, да? А где она? Ее надо вот так вот, да, я его буду ставить, ну, так. Где? Белая. Может, белая веревка. Маловатая будет. О, блядь. Или клюнул, или ветром, я не понял. О, клюет. Сидит, что ли? Хуй. Тюкнул разок на фидер, блядь. Тянуть, что ли? Или снять колокольчик, нахуй, дотянуть? Как думаешь? Попробовать тащить, что ли, как думаешь? Вот так, наверное, она вымывается все. Ну, далеко ебанул. Червячка одного, ага. Объели, суки. Че, ребятки, поймал первого маленького пискаря. Вот такого вот, нахуй. Небольшого, нахуй. Взял на джиголовку, нахуй. С твистером. Нихуя не клюет что-то. Давай. Вот поймал еще чебачка. Ага. Вот такого вот. Вот, давай, 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 давай. Ай, блядь. О, о, о. Да. О, напарник ельца поймал, блядь. Не, это без поплавочки пойдет. Так, мне надо идти туда, нахуй. Так. Сейчас мне надо их наживить. Так, сначала червя. Ложная поклевка, ребятишки. На червя? А там кто-то кашлял. Зацеп, что ли? Под водой? Ух ты, блядь. Да как это ты? Да нихуя ты не мог. Я думаю, не мог. У меня вот здесь вообще, смотри, в стороне было. А что она в стороне делает? Я недалеко кинул, что ли? Ну, да я думаю, тебе пора дернуть. Блять, ну и как его теперь это? Тут непонятно как. О, как регулируется. Все, понял. Нихуя. Нихуя. Ебать мой хуй, блядь. Жалко удочку, нахуй. Угу.
Я видел. Давай, сука. А, нихуя. Нихуя. Короче, обломные поклевки две штуки. Нихуя. Хода я... О! Ёб твою мать. А, вот он. Иди сюда. Пиздец, блядь. У вас, наверное, таких обрывов нету частых дома, да? Нету, да? А у нас, блядь, наша шефь. Хули такая же самая речка. Только рыбы нахуй мало. И это. Зацепов, да, хуя. А? Далеко? А? Что, кончились? О, о, что-то начало. Шлюха. Или это я задел? Угу. Вот что-то, блядь. Охуенно что-то идет. А, ручку сломал, ёб твою мать. Под язык, нахуй. Ручку сломал, прикинь же. Ёбана в рот, то не одно, то другое, блядь. То удочку раздавили, то нахуй эту хуйню. Вот, ребятки, по сравнению с Евгением, смотрите, какой ясь. О. Блядь, чуть выше. Добротный ясь. Доброзавр. Ну-ка, что у нас с ручкой? Или просто хоть бы вылетел просто. Да, заебись. Да, просто стопор вылез. Он погнулся, прикинь, от такого удара, нахуй. Евгений поймал третьего чебака. Локоста. Телескопичка пополам от рыбины, нахуй. Ребят, вы такого не видели. Я думал, что-то сломал, нахуй, другое, это удочка. Нет. Так это сброс. Короче, ребята, ручку на спиннинге оторвал. Вот этот шплинт вылетел. Заебись, топор догадались взять. Караедов доставать. Так, ребята, вот так производим ремонт. Здесь ослабить надо посильнее. Так, ослабливайте. Особенно когда езя ловите, берите запасные катушки, они вам пригодятся. Че, я уже два больших, да, поймал? Так, сейчас. Где топор? Дай-ка я разок стукну в катушку, вот, в ручку. Блядь. Так, все, спасибо. Все, ребята. Блядь, ну, у тебя там, Жень, чубаковое место. Охуенное. А чё у тебя такое это расстояние маленькое? Ты специально сделал леску так короткую? А, да, прям будет изумительно. Ну и на колокольчике тоже пиздато будет. Вот здесь, ребятишки, у нас поклевка.
слабая какая-то, наверное, это. Ершовая. Нет, ерш как-то быстрее вот так. А здесь чебаковая, скорее всего. Пригубил. Угу. Хуй. Хуя. Вот это охуевшая удочка. Снимает нахуй. Да ты чё? Нихуя. Хуяк с одной. Не-не-не. Надо пробовать. О, блядь, и у меня дергает. Понял. Колокольчик ты у меня дернул? Джин. Прям охуенно. Идет? Идет, что-то давай. Нихуя гнется, Жень, ебать. А, она у тебя такая слабая. Я думаю, что она у тебя так сильно гнется, колечко. Давай я сюда зайду. Если в чё. Чё у нас там? Хуй. Не идет. Тихо. Жень. Стой. Тихо. Тихо, стоп, красавчик. Стоять. Ну, блядь, ты меня обошел, что ли? На фидер, блядь, только закинул. Ну, около килограмма. Чё, ребятня? Ой-ой-ой. Ну, здесь какой-то гандон слабый. Айда сюда. Чебать, чувак, ребята. Вот здесь что-то у меня, ребятки, колокольчик подергивало. Непонятно. Евгений сейчас езя вытащил до килограмма. А может, и килограммовый, хуй его знает. Речка Чертала, Томская область, в районе Иглов. Ёбаный пескарь. Нихуя он выкручивается. Просто крутит. Вокруг крючка. Давай иди к своему корифану ершу. А ерш у нас где? Здесь где-то был. Вот он. Ерш. Так, чебак начинает долбить возле берега. Он, сука, плотва прямо вот на ступеньке этой. Вот так даже просто поплавок лежит возле берега вот так вот. И ловится нахуй. Прям вообще охуенно. Так, вот сюда попробовать. Вот так сделать надо. Пускай лежит. Скорее чебак залезет. Такое место. Выход с речки. А? Крокозябр попался. Не идет? Ага. Сейчас посмотрим. Приехал, блядь, смотрю, малька. Короче, я за полтора часа, блядь, 7 штук, блядь. Все двушка. Изи? Ага. Блять, сука, сошел. Он, блядь, замерз так штука, блядь, а он клюет, блядь. Хули, лезь в воду уже за мальком. Ну и он нахуй. Короче, из вот этих всех снастей 5 штук сработало. Из 5 нахуй я всего 2 поймал. Потом как идет клином нахуй. Пошел нахуй.
Плотвинозавр. В кобру чуть не попался сам. Не, я не дернул. Это она так дернулась. Я пока камеру включаю. Проебал поклевку, походу. Хули пока камеру нажать. Да здесь крупняк-то сильно не ожидается. Чебачок только. Так, положим. Поплавок что-то встал. Да? Не идет что-то. Чебачок, ёрш. Ебать какой он. Давай его, наверное, одену сейчас. На вон ту хуйню. Уже пошел клевать. Видел же, да? Как дербанул, бля. Скорее всего, он сейчас здесь и будет долбить. Нихуя. Ершеобразная колючка. Нихуя. Блять, солнце отсвечивает. Дергало нахуй. Ослабевает. Не, нихуя нету. Угу, слабая поклевка просто была. Надо было выжидать. Понял? Эффективно хлеб сидит. Можно, Жень. Носик гнется, блядь, видал как? Сошел? Не был? А? Ну да. Хуя там нету. Слушай, хлеб на месте, понял. И гусеница там сидит одна. Откуда-то. Она, наверное, под водой залезла. У тебя? Даже у тебя роста не хватает достать его.
разок что-то пиздануло и все. Он, наверное, к тебе ушел. Видел? Набросил. Но. Стоит чебак, видать, здесь. Ёбана в рот, сука, он дернул. В конце это, знаешь, так, натяжечку, потом так ослабил. Я думал, все, он чикс еще раз. Давай, красавчик, давай. Но это плотва так клюет. Слабенько. Раскушивает, хули там же одет винегрет. Ай, сука. Сейчас еще въебет. Давай, давай. Сейчас тебе вот так подтянем чуть-чуть. Окунь? Ты что-то про окуня Когалымского говорил? Грамм на 300, да? Меньше? А здесь хуйня какая-то. Я даже ради такого на перерез пойду. Окуня, давай палочкой. Вот. Держи. Ну, нормальный окунь таких бы тоже заебись было. Эй, ёп. Отломал. Заглотил, заебись, да? Окунёчек. Он, может, давно там был? Ёб твою мать. Стоять, блядь. Ну? Плотва. И отпугивает, да, походу, стоит? Ёб твою мать. Иди сюда, нахуй. Рябчик Настя. Три ручейника нашел. Она в рот, бля. Биологи ебаные. Нимбуя, бля. Охуеть, там какая-то хуйня была. Ты почувствовал? Я только взял. Где моя ручка ебаная?
Опять отвалилась, сука. А чё ей надо, бля? Опять не погнулась, прикинь. Нет, погнулась. Трубу вытаскивать надо. Один носик-то. А, он зеленый. Я думал, он красный. Укололся и ушел куда дальше. О, дал, только закинул, нахуй. Вот теперь червей надо поменять. Тут ни одного не осталось, нахуй. Ты ничего не оторвался? Клюнула рыба, отломался носик, нахуй. И поплыла дальше клевать. По-старому одному, нахуй. Эй, поплавок, сука, уплыл. Брать. Видишь, я ж тебе говорил, будет. Ты в галошах успеешь поймать свои? Да. Солнце уже заебись двинулось. Не, нихуя зацеп, блядь, смотри, а. И что-то попало же. Подожди, а ты в болотниках не зайдешь? Ага. Это вторая Ромкина уточка. Ну клюнуло же. Ты же видел? Он завел, походу, вторым крючком. А как сделать? Ну-ка, стой. Один крючок вообще-то был. Грузом, походу, зацепился. Ну, пошел елец. Видать, поклевка вечерняя поперла, да? Я говорю, часов 6 начинает уже хуярить. Елец, да? Ну, желтенькие глазки. Блять, ногам как заебись стал. Дернул что-то. Ах ты, сука, ты кто такой? Иди сюда, елец. Елечек, бля. Не, елец. Ельцов-то я знаю. Ну, видишь, глаза. Елец. Ой, я же говорю, елец пошел. Нихуя себе. А у нас нихуя. Че, Антон поймал щуку? Алло? Щуку поймал? Нет. Угу. Саня, у тебя всякого уже питьевая вода, да? Нет, мой допуск. Ну да. И что, ты не дашь попить? Ну, не знаю. Мысли. Не, серьезно, питьевая или нет? Да, да, да. Да? Я просто буду следить. Где? Сало? Это козадой. Бандиты пришли, говорят. Ну тот берег. Красивый берег. Мы то выйдем для сидеть и выше течения. Ну. Все будет. У вас там вообще лобное место. Ребята, будем экспериментировать, нахуй. Вот одноклассники сыграли, хули. Нашли червячка вот такого вот, небольшого. Вот так отрубаешь его, нахуй. Он шевелится, сука, еще. Вот. Иди сюда. Вот червячочек. И вот эту хуйнюшку сейчас одеваем. Она ж поди не сильно ядовита. Эх ты, сука, ты чё так дёргаешься? Страшно-то как, блядь.
Тут нужно, блядь, с таким приспособлением одевать, с палочкой. Так берешь, а он шевелиться будет долго, блядь. Так. Ты куда пошла, дура? Иди сюда, нахуй. Туда ляг. И лежать, нахуй. Так это ж заебись. У меня спина мокрая. А холодок это заебись. Её дёрнуло, блядь. А, это может быть одну? Какую-то. Ну, сука, блядь, змеям не повезет, если я на него сейчас езжу, поймаю. Я же их накромсаю, нахуй, всех со всего района. Не, по-моему, нихуя. Нет. А, по твоей леске, наверное, хуярит. Подожди, а где мой, снизу или сверху? Это у тебя ёж, наверное. Ну, кстати, забирай его. Как, вот так? Или как? Это у тебя отдёрнуло. А как так? Подожди. Во-во. А, это мой. Ёбана в рот. Вот, ребята, видите, блядь, хуйня какая. Обсосали змеиный хвост. Обсосали, прикинь. Ага. Не, видно, обсосали. Потому что мне его снимать надо. Вот козел, а. Так, я же недалеко, да, кидал? Или нет, стой, далеко кинул. Я вот так сейчас кину. Середина, заебись. Так, на эту хуй, да, было? Сейчас мы его сюда уебем. Блять, кто там звонит, интересно. Лида Бабенко. Валлах Акбар. Лида. А, нет, это не тоннаж, это диаметр, ДУ-100. Ой, Лида, я даже не знаю, Лида, я не знаю, сколько. Там вообще не было этой бирки. Была, в списке была, Лида. Ага, завтра. Ладно, Лида, а то у нас тут сильно долбит, рыбка клюет, ну давай. Угу. Алексеич ей что-то еще подговаривает. Да это он стопудово попросил позвонить. Так, сдалека, типа, живые, не? Он же, блядь, тот раз в Рашишке вообще говорит. Вы звоните, если в чё, нахуй, там, почаще. А хули там связи нет, хули тебе звонить-то? Да, блядь, сожрет-то, хули-то. Кого-нибудь даже, если сожрет, чё толку-то звонить? Поздно будет. Возможно. А чё, завтра же начальник не приедет? Ага. Как ты сюда? Скажи.
делает. Может, и зубы не обзывают. Командир, привет. Блядь, что-то слабо, нахуй. Дрищ, видать, ершообразный. Нихуя. На месте черви. Давай нахуй, чебак. Смотри, здесь что-то, или она села только. Тюк-тюк. Непонятно. Нет, наверное, никого. Если бы есть, то ёж, хуй. Ёж. Пискарь ёбаный. Охуеть. Пискарь? Ага. Видел ни разу? Видел. Хуй скарик. Ух ты, блядь, сошел. На кукурузу, ребята. Тут, прикинь, надо было, наверное, только это весь день ловить тут. Да ну пизду. Ты кукурузу съел, давай еще одну. Крузя бендюэль. Тут, наверное, рыба неправильная нюхает. Тут ясь неправильный. Так ёба народ, нам до утра её хватит. Не-не-не, подожди. Это может быть езёнок маленький. Сейчас вот здесь посмотрим, что будет. В эту траекторию забрасываем, нахуй. И проверяем. Видишь? Ебанутые. Вы что, ебанутые, что ли? Или что, на кукурузу, бля? Эй, шу. Кто? Правда, кусок сала им насадить. Я тебе давно предлагал. Да ёб твою мать. Дай заглоти. Заглоти. Посмотри, хоть кто это. Ну? Кто любит кукурузу? Ёб твою мать, опять съел. Кто это у нас сластёна там такой? Охуевший. Ребят, это что-то такое, блядь, непонятное. Ёб твою мать. И главное, вот в этом месте. Вот так ложку да удочку. Не, не сюда кинул. Это добро. Да добрый чебак, блядь, ребята. Вы чё, блядь, меня весь день обманывали, что ли? Вот, ребят, на кукурузу, нахуй. Я этот чебак, нахуй, должен ловиться. И не на спиннинг, а на удочку, нахуй. Это дурная рыба. Смотри, сейчас еще пойдет. Ему понравилось, хули клевай. Еще поплавок положил, надо в ямочку кидать просто. Вот так. Оп. Кидаешь. И вот сюда ложь. Потом вот так чуть-чуть подтягиваешь.
Еще раз туда кидай. Со спиннингом нахуй. Потом полез, поебал. Наверное, прошелся, просто хребет почесал. А не в распаде. Там косяк, наверное, подошел. Косяк. У нас был большой косяк. Может быть, там какой-нибудь дельфин? Сейчас дернет, я его ебану. Хуёво видно в натяжку, не? Хуя нету. Их был большой косяк. Нихуя, ребята. Нихуя. Все, клевал? Колючеобразный, поди. Это что было? Колокольчики. Ёб твою мать. А что, его хуй достанешь, да, уже? 80 рублев. А чё, магнит завтра взять? Или когда мы здесь будем? Ну, я его хоть заснял, место это точно. Координаты сейчас запишу. Жень, удочка сейчас твоя не помешает мне? Да, нет. Куруза? Так, держи. Опа. Ну кукурузу, ребята, уже трех поймал. Сейчас четвертый вот клюет. При том, при всем нормальный чебак и этот. Плотвинный. Красноглазый. Ездовой. Да. Сразу после стоков. Чуть ниже коса. Он поди это. Как она их называла вчера? Червей. Видите, кукурузка. Ой, блядь, леска. Видел, Евгений тоже нахуй выцепил. Ты смотри, он меня в лоб ёбнет нахуй. А ты говоришь, кукурузу не надо. Так у нас черви кончились, а бандюэля... Тихо-тихо-тихо! Стоять, сука! Тихо-тихо-тихо. Пидор! Ушел нахуй! На бандюэль ловим! Видишь, я тебе говорю, раньше надо было. Мы бы сейчас полпоселка накормили. Я не заснял. Блять, ребята, сейчас еще один у меня попался. И туда же нахуй ушел. Только я его через спину хуйнул. Так вот беру, одеваю кукурузу. Вот так нужно обязательно одеть и вот так сделать. И вот так закидываешь вот в это окно. И вот так сидишь, ждешь. Хуй знает, может сейчас спугнул нахуй этих чебачков. Но будем ждать лучшего результата. Короче, колокольчик у меня улетел сюда нахуй. При вас, по-моему, да? Снимал, не снимал, не помню. Тут у нас чуть-чуть рыба есть, а там в мешке тоже есть. Миша, наверное, вспугнул, блядь. Да я тут еще пробежал. Он же пуганный.
Дернуло, блядь. Съел, прикинь, кукурузу съел. Уёбок, и перестал, видишь почему? Вот так, ребятишки, зацепляешь, как мормышку делаешь. Чикс, и все. Вот так сделал еще. И вот так закидываешь. В ту же воронку. Видите, только кинул. Уже начинает его волной. Так, ожидаем лучшего результата. Может быть, те же самые приехали, которые с утра были. Хотя, может, тут дальнобой какой. Вот видите, ребята, в ту же воронку кидаешь, нахуй. Ну так тут сидеть до утра нахуй. Ой, тихо. Он, блядь, третий, который хотел съебаться. Надо это ведро высыпать нахуй. Видишь, и одевать надо по-правильному. Он тогда начинает ловиться, как на мормышку. Вот так, ребятишки, одеваете, видите, вот так, хоп, хоп. И все, вот так, чтобы она свисала. А это закидываешь вот так, и в карман в тот же. Или так тяжело сам тянул? Ты поверил, что на кукурузу клюет? Ты что ли задел? Че? Ах ты, блядь. Ёб твою мать. Зацеп нахуй. Чё, поймал? А чё это было? А? Я так и понял. Буба, я щуп, я бы крыло. В этом месте, блядь. Или вот в этом. О, блядь, как заебись повезло-то.
том заводе должен быть, щука. Ясь. Есть глубина. Ну, ребятки, сегодняшний улов. Вот они, блядь. Это Евгений поймал. Это я первого. Это тоже я. Чё, погнали? Надо подвешивать мне сюда. На место колокольчика. Чуть-чуть пошевелю удочку. Тихо, тихо. Вот эту траву сними. Так, держи, Денис, удочку. Вольшнеп полетел. Тащи, тащи, тащи. Хуя. Да ебаный патефон. Блядь, Денис поймал пискаря. Охуевшего. Мне приятно. Денис Езей натаскал уже, блин. Денис поймал 3 пискаря. У меня было, наверное, штуки 2 поклевки на спиннинг. И нихуя. Вот сейчас перебазировался в такую заводь. Сижу, жду. Одел кукурузу и червей. Фидер забыл взять приманки. Ни каши, ни хлеба с чесноком. Короче, нихуя не взял. Червяк и кукуруза надеты. Вечер, уже 8 часов где-то. Дождик шел, перестал. Ну, возможно, еще выпадет. Сказал, что у Дениса пискари клюют, а ему хуякс. Ёрш попался. Что-то у меня дергает. Непонятное. Перекину удочку. Вот оно что клевало, блядь. За цепушка.
Одену червей пока. Сука запуталась вот здесь. Ребята. Никого. Ёбаная это. Грузила, сука. За место колокольчика, блядь. Видите, как перепуталась, сука. Никого. Никого, блядь. Сука. Короче, его сделать. А? Молодец. Я изя жду. Кукуруза рулит. То ли зацеп, то ли поклевка сразу была. Точно, ребята, поклевка была сразу. Ёршик ёбаный. Ёбаный пискарь. Нихуя он выкручивается. Просто крутит. Вокруг крючка. Давай иди к своему корифану ёршу. А ёрш у нас где? Здесь где-то был. Вот он. Ёрш. Опять какая-то слабая поклёвочка. Чебачок. Обгладывает нахуй все. Ебаный пискарь. Ловим пискаря, только закинул. О, чубак, ребята, был. Охуею. Так, червяк. Червяка почти стащили, суки. Ладно. Получше оденем. Еще чубак. Ёбнул он на спиннинг что-то. Слабенько, ребята. Будем ждать, когда ясь возьмет. Сапог полетел. Чебачок ельцовый. Елец. С одного места таскаю. Проебал, ребята, поклевку. Кто-то дернул был.
добренько был дернул. И там поплавок уводит в сторону. Так, червей не буду поправлять. Закину. Ну, почти туда же, короче. Можно сказать, туда же, нахуй. В ту же самую дырку. Вот видите, попалась добрая плотва. Нормальная плотва. Елец видно сдалека. Худой, худой, блядь. Красавчик. Блядь, здесь кто-то ёбнул. Ну, ждем добрых поклевок. Хуля она слабо качает. Хотя, наверное, можно попробовать. Может, ёж только долбит. Хуй его знает. Кто-то зацепился, бля. Непонятно. Палка, наверное. Не упирается никто. Палка, да, блядь. Абракадабра, блядь, а там клюет, как леску я запутал, блядь. Ах, сошел, сука, чебак.